А теперь попробуйте настоящее качество. Вы привыкли выбирать для себя все самое лучшее? Любим себя, конечно, любим все и любим спать на самом качественном постельном белье. Я вам представлю сейчас комплект, который перевернет ваше понимание о хлопковом постельном белье. Встречайте бестселлер телеканала Shop & Show. Абсолютный хит продаж в течение года. Постельное белье «Римская терраса». И хотите сейчас небольшую статистику, чтобы вы понимали, насколько постельное белье «Римская терраса» популярно? За полгода было продано 1700 комплектов. 1700, вы только подумайте, даже 1732, вот если прям совсем детально. И каждый раз, когда в нашем эфире появляется это постельное белье, вы звоните, вы просите снова и снова возвращать его в эфир. Мы не можем вам отказать. И мы понимаем, что такую роскошь, такое особое постельное белье мы хотим забирать себе домой, на свою кровать. Цена от 1999 рублей. Юль, но ты сегодня обещала стильный интерьер, и ты сдержала свое слово. Давайте, да, в итальянский стиль окунаться. Невероятно красивое постельное белье. Хочу обратить внимание на рисунок. Посмотрите, как натурально выглядит именно на этом хлопке, на перкале. Необыкновенный нежный принт. Эффект кружева издалека. Вы только посмотрите под моей рукой. Как будто мастерица. Мастерски сидела под приятным светом. Вот мне сейчас представляется. И нежно вывязывала каждую ниточку этого кружева. А здесь всего лишь сочетание цветов. Уникальный дизайн этого постельного белья, конечно же, завораживает. Обратите внимание вот сюда, Ариша, под твоей рукой. Вот на это место обращаю внимание. Здесь так сочетается палитра цветов, что издалека кажется, что здесь золотая вышивка. Что этот роскошный витиеватый орнамент вышит золотом. Только на... Супер хлопки перкали. Может натурально настолько выглядеть рисунок. Акварель в кружеве. Прямо я ощущаю себя на террасе в самом красивом городе. Кстати, Рим считается городом романтики, городом магических мест, городом любви. Ощутите себя в этой атмосфере с постельным бельем «Римская терраса». Как мне нравится, что здесь столько много деталей красивых, неповторимых, элитных. И посмотрите на цену. Цена от 1999 рублей, три размера, полутораспальный, двухспальный и евроразмер. И знаете, мне очень понравилась фраза моей коллеги. Жизнь слишком коротка, чтобы спать на застиранном постельном белье. Пусть в вашем доме всегда будет постельное белье высочайшего качества. Но вот, Юль, говоря о качестве, возникает вопрос. Когда мы выбираем что-то красивое, что-то то, что нам прям в душу запало, мы хотим, чтобы это прослужило нам как можно дольше. Как здесь с нашим постельным бельем «Римская терраса»? Я тебе потом покажу шовчики, ты увидишь, какие они безупречные. А пока хочу доказать нашим телезрителям, насколько постельное белье качественно по составу ткани. Горячий утюг разгоряченный, я ставлю, он дымится, мне даже держать его горячо. Ой, ставлю на поверхность, для того, чтобы проверить, насколько здесь грамотный состав. Здесь натуральный хлопок, стопроцентный. Перкаль не содержит ни единой нитки синтетики. И мы с вами это сейчас проверяем. Долго уже утюг с нажимом я держу. У меня сейчас разрыв сердца будет, Юля. Не будет никакого разрыва сердца, абсолютно чистая подошва утюга. Если бы была добавлена хотя бы ниточка синтетики, все бы прижарилось. А это стопроцентный хлопок. Это значит, вы будете спать, и кожа будет дышать. Вот. Ведь хлопок я, как эксперт, вам советую. Именно для дыхания кожи. Для правильного микроклимата. Вот во многих странах экспортеры до сих пор вручную бережно собирают этих белых барашков. И потом мы получаем в свою спальню роскошное, натуральное постельное белье «Римская терраса». Вот ты взяла в руки утюг, а у меня, правда, сердце бешено заколотилось. Я так один раз погладила комплект постельного белья, увидела что-то на экране интересное, отвлеклась на секунду, Юля, и все. И у меня все прилипло к утюгу, и я испортила комплект постельного белья. А здесь, посмотрите, сколько Юля держала, какое качество, какая мягкость, перкаль по такой-то цене от 1999 рублей в магазине. Такой цены вы просто не увидите.
Ну а вот теперь давайте посмотрим еще и на качество, ведь нам же важно с вами спать не один день, не один сезон и даже не один год на нашем постельном белье. Да, Риш, ты меня спросила, насколько качественное постельное белье, и здесь я подхожу как раз-таки к своему обещанию о том, что постельное белье из перкали является одним из самых прочнейших. Из этой ткани раньше шили парашюты, в промышленности так и делается, парашюты, брезентовые палатки, вот настолько оно прочное, конечно, для текстильной отрасли. Для домашнего бытового использования перкаль стал мягче и нежнее. Используется другое плетение по плотности. Ткань невероятно мягкая, но при этом суперпрочная. Это единственное плетение, крестообразное плетение хлопка, которое выдерживает при 60-градусной температуре более 1000 циклов стирки и служит 15 лет. Посмотрите, какие идеальные швы, супер качество. Смотрите, давайте будем вместе наблюдать. Мне не стыдно наше белье вывернуть наизнанку. Прошла здесь машина пятинитка и сделала белье еще более качественным. Вы посмотрите, вот, Юль, чаще всего ведь действительно наше постельное белье страдает с наволочки. А вы видели, как Юля и шовчики подергала и проверила на прочность. А это значит, что вы день ото дня будете засыпать и просыпаться на постельном белье римской террасы и испытывать самые мягкие ощущения. Вот, кстати, наш продюсер Вова тоже заказал себе такой комплект постельного белья. Он, конечно, мужчина, но я уверена, решил порадовать свою вторую половину итальянским дизайном. Ну и мягкость, такой материал, перкаль, да по такой цене, я думаю, что нужно хватать сразу два комплекта. Один себе, а другой в подарок. Ведь, Юль, всегда хочется любимым, родным подарить что-то особое, что-то статусное. Уникальное плетение волокон хлопка обеспечивает суперпрочность постельному белью, поэтому действительно вы подчеркнете и знание ткани, и свой изысканный вкус. Давай так. Потянем. Поиграем немножко в тени, толкай, держи крепко. Тянем канат? Да, проверяем на прочность наше постельное белье. Посмотрите, своим весом влияет на наволочку. Ничего с ней плохого не происходит. Прочнейшая перкаль. Это прочность, это качество. До 15 лет, даже больше, вы сможете наслаждаться своим комплектом постельного белья. 130 рублей в год вам обойдется постельное белье «Римская терраса». А итальянский стиль, мягкость материала и его качество заставят вас каждым днем просто окунаться в свое постель и ловить самые теплые и приятные ощущения. Юль, треть жизни мы проводим в кровати. Так почему бы не сделать это время самым приятным, подарить себе чуть больше и дать своему телу самое лучшее? Вот если вы любите эксклюзивное элитное постельное белье, это предложение для вас.